Привет, ребята, меня зовут Эден, если вы еще меня не знаете. Видео называется Love и что такое любовь. Я нахожусь на детской площадке, и это символично для этого видео. Я много рассказываю своему парню про мое детство, как я скучаю по всяким местам, там, где я была, и никогда не вернусь, может быть. Может быть, вы смотрели мое видео, если нет, может, вы хотите его смотреть. Про влог, который я делала в Киеве, я искала дом моей бабушки, но не нашла его. Я плакала, потому что его не нашла, потому что моя душа так хочет пойти на то место, где она была, когда я была маленькая еще. И в общем, мне пришла посылка, но я ее не заказывала, мне заказал ее мой любимый парень. Сейчас вам покажу, что в этой посылке. Я уже не могу дождаться ее открыть, он только что мне ее принес. Вот что мне пришло в этой посылке. Жвачки Love Is. Давайте их откроем. Может быть, вам это будет слышаться банально, но я помню этот вкус жвачки. И я так долго хотела попробовать, почувствовать еще. Я помню этот вкус, как будто бы я эту жвачку ела вчера. Но у нас в Израиле нет таких жвачек. И мне так хочется попробовать ее заново. Я ему рассказала про эти жвачки. Про фантики. Я не могу вам передать это. Я вам не могу это передать. Вкус детства, запах детства. Нет, мне хочется плакать. Смотрите, сколько жвачек у меня есть. Тут 100 жвачек. Жвачек. Какая ваша самая вкусная? Моя синяя. Я мечтала ее открыть. Давайте откроем синюю и пожуем ее вместе. Ну. И прочитаем фантик. Я не верю. Я не верю, что я это снова живу. Любовь — это всегда видеть лучшие стороны жизни. Так мило. Я сейчас все эти фантики буду собирать. Я буду жевать все эти жвачки. Когда я приготовила моему парню борщ, он сказал мне, ну, я очень много его приготовила где-то на всю армию Израиля. И он сказал мне, на следующий день, когда я была голодная, он сказал мне, а что ты хочешь кушать? Я сказала, ну, наверное, борщ, если у нас полно борща дома. Он сказал мне, нет, давай я тебе что-нибудь закажу. Не трогай мой борщ, хорошо? Но это было в шутку. Она ему сказала, не трогай мои жвачки. Но это тоже в шутку. Я так хочу, чтобы он попробовал жвачки моего детства. Я просто, я не знаю, если вы можете вообще чувствовать мне, потому что мой парень, он родился в Тель-Авиве, всю жизнь тут прожил, его родители родились в Тель-Авиве, всю жизнь тут прожили. И если они могут чувствовать ностальгию, когда они идут, они в том же доме еще живут. А мы в том же районе, где мой парень жил всю жизнь, так что извините, что я чавкаю. Я просто, у меня мурашки по всей коже. Так что, если он проходит мимо какого-то дома и чувствует ностальгию, он видит этот дом, он может его потрогать, но он не хочет его трогать. Зачем? Он каждый день там стоит. А я хотела потрогать дом моей бабушки, площадку там, где мы играли, дерево, на которое я лазила, потому что как будто бы они только тут у меня. Они в моей памяти. Это как будто мечта, которая просто разорвалась на моем лице. Ну. Вот эту сидим. Зеленую. Скажите мне, какой ваш самый любимый вкус? Не понял, какой у меня вкус. Это зеленый. А сначала вытащу мастик. Я вытащу это, чтобы не мешало другому вкусу. А потом верну их обоих. Яблочный вкус! Яблочный вкус! В общем, давайте прочитаем этот фантик. Любовь — это путешествовать. Путешествовать в память. Это тоже любовь. Ребята, это любовь. Это настоящая любовь. Выкладываю посылку из конца мира. Она заказала это на eBay. Так что коробочка не будет стоять всю жизнь у меня. Скажите мне, какой ваш самый любимый? Яблочный вкусный, кисловатый чуть-чуть. Но я ждала вот этого синего. Я просто держу это на моей ладони. Я знаю, что когда я маленькая, моя ладонь была почти по размеру этой жвачки. А теперь она такая большая. Просто не верится, как я выросла. Все.
моя жизнь создалась. Все. Извините, что я чапкала все видео, но просто это, знаете, от мурашек по телу. Ладно, вот и все. Спасибо, что вы смотрели мое видео. Спасибо, что вы разделили со мной мое счастье. Расскажите мне, если вы любите эти жвачки тоже, если у вас они еще есть в России, я думаю, что да. Когда я приеду в Россию, я куплю еще 1000 таких. На всю жизнь, чтобы у меня было. Этот запах просто... В общем... Спасибо и до свидания.